В Атырауской области массово строят жилье. Всего в регионе для социально уязвимых слоев населения планируется ввести в строй более 1500 квартир. В ближайшее время планируется заложить фундамент еще 43 жилых многоэтажек. Мы очень рады, что приобрели квартиру именно по этой программе. Мы бы и дальше снимали квартиру, не имея возможности взять кредит под те проценты, которые дают банки. В новой программе все удобно. Мы экономим большие деньги. В текущем году было запланировано строительство 37 многоэтажных жилых домов. Из них 29 многоэтажек, а это 1617 квартир, введено в эксплуатацию. Остальные 8 домов будут закончены в конце этого года.